Сегодня мы прибываем с вами в Соединенных Штатах Америки и будем смотреть анимационное кино. Но не то, что делается на студиях Диснея, на студии Warner Brothers, а совсем-совсем другое. В Соединенных Штатах очень много людей, занимающихся анимацией, и очень много независимых художников. Они называют себя Independent Filmmakers. И вот трое из них сегодня будут у вас на экране. Первый из них — это Билл Принтон, самый популярный, пожалуй, человек в анимационном кино сегодня в Соединенных Штатах. Это, так сказать, поп-звезда. В своем эксклюзивном комментарии, говорят, интервью, Билл Принтон вспоминает, как еще в детстве хотел быть аниматором. И еще ребенком рисовал на бумаге, которая была покрыта пятнами крови, потому что эта бумага была из магазина, где мама покупала мясо, гамбургеры и прочее. И даже сейчас его фильмы он использует тоже пятна крови. Наверное, поэтому, он говорит, его фильмы считают жестокими. Ну, не знаю, говорит Билл. Он родился в Портленде, штат Орегон. У него было 3 брата и 3 сестры. Погода в этом штате была довольно дождливая. Почти все время они сидели дома. Так Билл Принтон пристрастился к рисованию. Ну, а вообще-то он, как все американцы, занимался спортом. Уважал плавание и обожал баскетбол. Две вещи существенно повлияли на мою жизнь, изменили ее. Это война в Вьетнаме и кризис в то время в анимации. Поэтому я понял, что мне нечего делать ни в Лос-Анджелесе, ни в Голливуде. И тогда он отправился в Нью-Йорк и стал рисовать в престижных изданиях, например, в Playboy. Однажды он снял свои карикатуры под камерой и растушевал их. Но это еще не была анимация. Урок рисования. Вот его первый собственный анимационный фильм. Я никогда не учился анимации. Мне просто рассказали, как нужно рисовать и как нужно снимать. После этого он решил снять новый фильм. Фильм называется «Твое лицо», и вы сейчас его увидите. Когда он впервые показывал этот фильм, он так волновался, что спрятался под кресло. Однако, когда услышал смех в зале, то вылез. И с тех пор больше с анимацией не расставался. Я решил манипулировать с лицом этого человека в фильме «Твое лицо». Я думаю, что здорово для 3-минутного фильма попробовать самые разные трансформации лица. Этот фильм номинировался на «Оскара» в 1988 году. И это привело, в конце концов, к тому, что Билл совсем бросил карикатуру и стал делать кино. Он говорит, случилось так, что я заставил людей смеяться, и одновременно я стал зарабатывать деньги, приятным для меня занятием. Мы сейчас находимся в студии Билла Принтона, которая одновременно является и его квартирой. Довольно скромной, между прочим, для человека, чьи фильмы и персонажи не сходят с экрана MTV. Билл говорит, я все делаю сам в своих фильмах. Сам рисую, сам делаю анимацию, снимаю и даже пишу музыку. Мы сейчас смотрим фрагмент фильма «Я женат на странной женщине». Мы дали возможность Биллу пообщаться с собственным персонажем. Thank you.
Еще когда я учился в колледже, я вдруг услышал, сидя в классе по радио, Билл, порнограф, директор. Вот видите фильм «Как целоваться». Это много способов целования, если можно сказать так. Как видите, все способы довольно кардинальные. Ну, такое целовальное карате, а иногда даже гильотина. Правда, можем это оставить для психологов. А Билл говорит о себе дальше. У меня есть несколько человек, которые мне помогают. Но что касается денег, тут я все делаю сам. У меня даже нет агента. Сейчас все знаменитые телекомпании, Канал Плюс, Channel 4, BBC, RT и MTV, покупают все, что я делаю. Даже если они этого и не видели. Невозможно в это поверить. Прежде всего, я ищу смешные идеи. Я живу в Нью-Йорке. Выхожу на улицу с карандашом и бумагой, смотрю по сторонам. Однажды я стукнулся лбом о столб. Было страшно больно, а вокруг все хохотали. А через минуту расхохотался и я. А вообще, когда я делаю раскадровку, я показываю своим друзьям, смотрю на их реакцию. Хожу в кино, наблюдаю, какие именно эпизоды заставляют людей смеяться. Продолжает свой рассказ. Я работаю быстро. В день делаю около 300 рисунков. Просыпаюсь в 7 часов, часа полтора думаю о том, что буду делать. А потом начинаю рисовать. И рисую как сумасшедший. А потом часов в 11 только небольшой перерыв на завтрак и теленовости. Принтон говорит, что в его фильмах жестокость — это фантастическая жестокость, нереальная, доведенная до сюрреализма. И только тогда, когда она абсурдна, тогда становится смешно. Вообще, я помню, когда я сам был подростком, мне нравились жестокие и сексуальные карикатуры. Это, в принципе, в человеческой природе. Вообще, знаете, дети сложнее, чем мы думаем. Сам Билл Плимптон не выглядит сексуальным маньяком. Неожиданное кино, то, что вы сейчас видите, это один из последних его фильмов. В этом почти аскетическом ателье делаются анимационные ужасы. И делает их не Дракула, а совсем наоборот. Простой американский парень Билл Плимптон. Он работяга. Успешный, деловой, преуспевающий и так далее. То есть, совершенно нормальный человек. Мы видим надпись «Моника. Нерассказанные истории».
Это последний шедевр Моника и Клинтон. Конечно, не Примптон. Глава называется «Моника в колледже». А это анимация в интернете. Итак, мы в Нью-Йорке. На фоне небоскребов Уолл-стрита яхты. И вот в дымке статуи свободы. Свобода стилей и свобода художественных манер. Вице-президент Международной ассоциации анимационного кино Дэвид Эрлих представляет нам Джорджа Гриффина, знаменитого режиссера, которого знает 25 лет. Джордж говорит: «Я рос на юге, в Теннесси, штат Атланта. Учился в консервативной школе, и мой интерес к фотографированию постепенно перерос в увлечение анимацией». Вы видите фрагменты из фильма под названием «Голова». Очень древний уже фильм нынче. Гриффин здесь молодой. И вот он говорит: «Когда я был молод, мое лицо было свежим, наивным и детским. Я переехал в Нью-Йорк. Энергия этого города располагала, конечно, к занятиям искусством. Свое лицо изменилось. Но появились морщины, мешки под глазами, двойной подбородок. Это звучит, конечно, смешно и сегодня, потому что у Джорджа Гриффина этого нет. Днем Джордж изучал анимацию, а ночью работал над тем, что создавал анимационное оборудование для своих новых анимационных техник. Джордж рассказывает: это был фокус, магия. Я вернулся к началу анимации, к Эмилю Колю. Я возвращался к конструктивизму, к символизму, на которых анимация базировалась. В фильме «Голова» я использовал множество приемов, техник и стилей. Я работал один, работал с множеством других людей. Коллективное творчество располагает к открытиям. Фильм «Голова» был моим автопортретом. Я рисую эти линии как связи, как нити, как нечто, отличающее анимацию от фотографической подробности кино. Человек, который верил неоглядно в мою линию, был мой отец, карикатурист и архитектор. Ему я посвящаю этот свой фильм. Джордж Гриффин рисовал не только такие фильмы. Вам он может быть знаком по сериалу «Улица Сезам». В 1985 году он получил приз Эмми за эту работу. Вообще-то его фильмы, конечно, достояние знаменитых мировых музеев. Вслед за Джорджем Гриффином мы передвигаемся в его уютном доме, который состоит из 4 комнат, стоящих одна у другой на голове. Поэтому ходим вверх и вниз по 4 лестницам, соединяющим эти комнаты. Джордж продолжает свой рассказ. Влияние родителей, особенно отца, было очень велико для меня. Моя мать была пианисткой, и в нашем доме была такая творческая атмосфера, которая запомнилась мне навсегда. Этот фильм называется, в переводе на русский, «Немного обыденности». Дочь просила отца почитать еще. Тот говорит: да нет, завтра. Как завтра? Глава очень длинная, следующая. Ее долго читать. Нет, читай прямо сейчас, говорит дочь. Этот фильм я сделал своей дочери. Это очень личный фильм.
Это диалог с дочерью, которой 6 лет. Обычная жизненная ситуация. Время укладывать ребенка спать. Now. Я чистил ей зубы, как сумасшедший, как ненормальный придурковатый бактериолог. Я чищу ей зубы. Она отталкивает мою руку и говорит, я сама. Дай мне сделать, говорит она. И я понимаю, что она становится личностью. Хорошо, хорошо, чисть. Have to pee? No. Are you sure? Daddy! This book is a mythically kind of statement. Это книга под названием «Кадр». Это сборник анимационных техник знаменитых аниматоров Америки. И вот мы встречаемся на этой странице с Кэти Роуз, замечательным режиссером, художником, танцовщицей. Она создала абсолютно свою анимационную технику, собственный стиль. Клеопатра для представления с анимацией, с участием живой Кэти Роуз. Это стилизация в манере японского театра «Но». Кэти говорит, я не знала, как делается анимация. Я случайно сделала несколько рисунков, стала их двигать, и вдруг увидела, что они сами задвигались. Мне было 20 лет, когда я делала анимацию и танцевала. Но в конце концов я решила скомбинировать анимацию и мои танцы. Я танцевала на сцене и делала представления с фильмом. Такие инсталляции. Я старалась представить, как это может выглядеть, как это строится. Оказалось, что в других культурах этот словарь уже разработан. Африканские танцы, фламенко. Когда ты просто смотришь фильм, это все ну, как-то без тебя. А в моем случае я чувствую себя включенным. Это потрясающее ощущение для любого художника. Костюм я стараюсь сделать сама, хотя иногда приглашаю специальных дизайнеров. Syncopations, ну, в нашем переводе что-то вроде синкопирование. 50-минутный фильм с 7 солирующими танцовщицами, созданный при помощи голографического эффекта. Это выглядит как эротические фантазии художницы Джорджи О'Кифф. Сконструированные из рук и ног, с проекциями на человеческое тело. Так написано в аннотации к фильму. Мой отец был фотографом. В его студии было специальное место наверху, где все костюмы хранились. Я еще маленькой девочкой тайком ходила наверх и мерила все эти костюмы, шляпы с перьями, которых было несметное количество. Папа научил меня пользоваться камерой. Он арендовал мне 16-миллиметровую камеру, а мой брат был математиком, но потом тоже стал работать в кино. Наша мама умерла рано, и мы очень сблизились с братом, а благодаря отцу я хорошо знал фотографию. У меня нет специальной хореографии, я импровизирую. Я всегда должна чувствовать интуитивно, что происходит, потому что в таких инсталляциях, как эта, я могу только догадываться, что там сзади меня происходит. А звук вводит меня в эту атмосферу. Кэти Роуз выросла из искусства своего отца, из этих нью-йоркских улиц, которые ее окружают. Сегодня Кэти работает с японским композитором. Они с ним импровизируют, трансформируют звук. У вас редкая возможность увидеть все это живьем, как создается
каждое движение, каждый кусочек движения, момент его. Мы находимся в студии Кэти Роуз, которая специально для нашей камеры все это показывает. Я начала изучать балет, танцевать еще в детстве, девочкой. Я ненавидела это. Совершенно ненавидела. Правда, мне только нравилось, как я выгляжу на фотографии. Я выгляжу как настоящая балерина. Я обожала рисовать. Я рисовала с 3 лет, и я знала, что буду художницей. 30 лет я снова начала танцевать. Я чувствую себя частью движения, частью линии. Я должна все время тренировать свое тело, поэтому я танцую африканские танцы. У меня нет специальной диеты, я всегда худая, я ем очень много, но растительной пищи. Как назвать то, что делает Кэти Роуз? Это ее собственный стиль, манера, жанр, индивидуальность. Она актриса и художник. Она сделала 10 фильмов и около 20 инсталляций с фильмами. Она выступает перед публикой. Она читает лекции. У нее много учеников. И она постоянно экспериментирует, используя специальные камеры, снимая сквозь жидкость, дымы, краску, волосы. Вы это видели. Итак, 3 художника, 3 разных стиля. Взгляда, характера, манеры, убеждения, мотивации. 3 личности, нет, пожалуй, 4. В их творчестве вольно или невольно участвует Нью-Йорк. Город сильнейшей творческой энергии. Сегодня, наверное, хватит. Мы познакомились только с 3 совершенно независимыми американскими аниматорами. А впереди вас ждут еще такие же не менее интересные встречи. Но мы надеемся, что они будут продолжаться, поскольку анимация – это искусство, которое границ действительно не имеет.